Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала «Жизнь фермера в Сибири». Я рад приветствовать абсолютно каждого на своем канале. В общем, не вытерпел я сегодня. Думаю, чем мне заниматься. Да и уже и морозы обещают до минус 12 на день. Это значит, что коровы у нас уже будут вставать в стойло. И все, дома будут стоять, не пойдут больше на поляну. Я сегодня занимался вот чем. Я приделал цепи своим нителям. Я их сегодня планирую поставить здесь. Одно я сделал к полу крепление. Вот, длина достаточно хорошая. Сегодня еще поставлю, посмотрю, как оно будет смотреться. Достаточно, чтобы доставать в кормушку до желоба. В общем, буду смотреть. А второй я сделал вот здесь, к брусочку прибил. На скобу все это сделал. Посмотрим. Тоже. Если что-то будет не устраивать, то я буду, уберу просто, да и все, и потом сделаю либо в пол, либо там сделаю к бруску тоже. Тут я им уже наготовил, наложил им сено, будут кушать. Ну, я думаю, что будет проблемка с тем, что они сюда плохо будут заходить. Надо будет их сегодня на веревке, скорее всего, за рога привязывать, заводить потихонечку, чтобы они поняли. Ну, и потом уже будут самостоятельно заходить, если будут, в принципе, выходить, потому что сегодня что, понедельник, со среды у нас уже обещают похолодание, причем такое значительное очень. Сегодня плюс 4, завтра плюс 2, по-моему, а потом уже минус 10, минус 12. То есть опять резко все похолодает. Тут эти кушают, ужинают. Ладно, не буду их отвлекать. А здесь я сделаю немножко попозже, потому что работа внутренняя. Мороз нам не страшен здесь. Что тут? Пол постелить новый. И ну вот этот вот убрать сейчас не хочу его пока убирать, чтобы куры не разгребали. А потом уже все одним разом быстренько уберу, да пол быстро застели, что там, две лаги кинул, три. И пошел набивать доски. И так же само стенки. Поэтому думаю, что ждать, надо девок ставить. А на место девок я хочу перевести Матроса и Добрыню, чтобы вот там они стояли, рядом с Мартой. Управился на вечер, пойду я за коровами и будем пробовать ставить моих красоток на новые места. Дорогие друзья, у нас град пошел. Смотрите, какой. Вообще, как горох. Как морская соль. Вообще. Че, вы в шоке, да? В шоке, мои утки. Скоро все будет белым-бело. Готовьтесь. Вообще, нифига крупный прям. Че, малышка, пить захотела, да? Не напились вы сегодня. Голодные и непоенные. Барби, на место заходи. Девки, сегодня на новое место. Так, Барби тоже пить пошла. Барби три дня с коровами стоит, уже такая это. Куда коровы, туда и она, о, катается. Не меси грязь, куда ты поперлась? Сейчас я вас напою, Барби. Коровы сегодня с ума посходили. Все бегут куда попало, голодные вон, блин. Иди на место заходи, там вкусняшка есть. Барби, ну куда ты пошла? Давай домой. Разворачивайся. Ну, Барби, домой. Ой, выдра. Ой, выдра. Давай домой, ну. Что, я по всем кущам за тобой, что ли, лазить буду, Мадама, давай. Вперед. Заходи на место, заходи. Давай на место. Дорогие друзья, сейчас будем переводить этих красоток в тот сарай, если получится. А то они так не хотят идти. Ну, нога, давай сюда. Милка. Ой, выдра. Ну-ка, мам, подожди, пусть туда дверь встанет. Иди, Милка. Милка, куда полезла? Давай, заходи. Милка, ну, на место иди.
На место скажи. Мое место, ты меня выбрал с моего места. Давай, давай. Заходи. Айда сюда. Айда, Белл. Белл, айда. Айда, заходи следом. Тинка, на место. Пошла. Айда, айда. Айда сюда, айда. Пойдем. Пойдем, айда. Ой, Милка, Белла, айда. Ну, айда, заходи. Айда. Айда. Пойдем, просто пойдем. Пойдем. Пошли, пошли. Пойдем. Пойдем, айда. Айда, Белла, айда. Смотри, какое новое красивое место для тебя приготовил. Айда. Ну, айда. Айда, Белла. Давай, вставай. Вставай на место, вставай. Вставай. Давай, заходи. Белла. Ну, давай, пошла. Давай, иди, да ты чё, блин, без короче. Айда. Айда, айда. Айда сюда, Белла, айда. Вот. Сейчас привяжемся и будешь стоять здесь по соседству с кабанами. Айда. Белла вон уже сено наяривает, а ты выпендриваешься. Айда. Айда. Ну пойдем, ты же уже сколько раз пыталась сюда заходить. Айда. Вот когда просят вас, вы не хотите. А когда сами, так претесь. Айда. Айда. Ой, да! Вот, видишь, на месте. Ну вот, девки на своих местах, законных, на которых должны они и были быть. Вот так они стоят прям нормально. Ну посмотрим, что будет утром. Ну надеюсь, что будет все нормально. Милка она длинная, Белла чуть покороче. Вот, ну как раз должно быть. В общем, Милки, я переделал цепь сейчас в экстренном порядке, потому что не дотягивался. Она высокая на ногах, и цепь слишком низко была. Я, получается, перебил не к этому, не к полу, а к бруску. Чего такое? Ты разглядываешь, да? Да, моя хорошая. Вот так я его закрепил. Нормально и в кормушку достает, и здесь ей хватает места. Зато не будут бодаться с Беллой. Одной к одной стороне, другой к другой стороне прикрепил. Вот, нормально. Я думаю, что перегородка, она должна была здесь быть. Так бы они крутились бы сейчас задницами друг к другу и гадили бы друг по друга. А так будет нормально. Что, они чуть-чуть наискосочек вот станут, вот как Белла, например, сейчас. И нормально. Или на другую сторону. Не, нормально должно быть. Посмотрим. Вот, надо еще палку там сверху им прибить, чтобы когда они в туалет ходили, отходили назад немножко. И коровам также. Эти вон знакомятся с Беллой. Все нормально. Фух. Ладно, надо напоить девок, а то они что-то пить так хотят. Везде обшарились. Вот. Барби уже там как своя. Нормально себя чувствует. Вообще замечательно. Обалденненько, да, Барби? Барби. Тебе нормально? Нормально. Жует во весь рот. Барсик. Барсик. Еще не дойка. Еще рано доить. Подожди. Ладно? Скажи. Мне-то не говори. Я-то время точно знаю, во сколько доить, да? Барсик. Барсик, что ты подавился? Барсик, ты шкурку от мыши съел. Барсик, Барсик, очнись, Барсик. А эти вольты вот так вот и ночуют. Их закидываешь в сарай, а они снова выходят и садятся там. Ну пусть сидят, ничего страшного им не будет. Они холода не боятся. Вот, а потом уже, как снег выпадет, я их загоню и закрою, чтобы они вообще не выходили на улицу. О, какую тучу тянет. Ну вот, поставил им воду,
не знаю, нормально. И воду удобно ставить, и хорошее расстояние, чтобы сено заносить. Удобно прошел, вообще без проблем. Но оно даже вот видно, что расстояние такое нормальное, если она на одну сторону смещается. Так что все классненько, все чики-пуки. Девок пою, а эти все сюда смотрят и мычат, пить хотят так. Че, вас не напоили, да? Бедные коровы. А я-то и думаю, они идут, у них что-то и животов нет. А они вон пить хотят как. А чья это моська выглядывает? Милка. Чья это моська выглядывает? Кукуси. Я тут коров пою, а за мной вон такой наблюдатель смотрит. Ричик. Ричи. Ричи. Иди сюда. Чего такие глаза напуганные? Чего такие глаза напуганные? Зато тепло. Сейчас высохнешь. Да. Ну что ж, дорогие друзья, вот мои девчонки на новом месте. Эта мадам лезет в кадр, любопытная. Если вам видео понравилось, не забывайте ставить лайк, писать комментарий и подписываться на канал, кто еще не подписался. А как всегда, я вам желаю добра и здоровья. Всем пока-пока и до новых встреч. Белла. Белла. Чего? Чего такое?